Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы начинаем очередную лекцию цикла публичной лекции политического музея. Мы очень рады тому, что удалось уже во второй раз к нам пригласить нашего замечательного специалиста по Корее, в первую очередь 20 века, хотя мы когда-то по более раннему периоду, Андрея Николаевича Ланькова, профессора, ассоциэйт-профессора университета Кукмин Сеул. Если первая его лекция была посвящена вопросам разложения сталинизма в Северной Корее, то сегодняшняя носит такой комparativный характер, посвящена модернизации в странах Восточной Азии, послевоенной модернизации в странах Восточной Азии, регламент традиционный, собственно, лекционная часть, после которой можно будет задавать вопросы, выступать с какими-то разумных размеров репликами. Пожалуйста, Андрей. Значит, подразумевается, что я буду пользоваться этим микрофоном, да? Хорошо. Ну, а если я захочу двигаться, то можно я ваш возьму потом? Отлично. Вот, ну что ж, спасибо вам за то, что пришли. Я сегодня чувствую себя немножко не в своей тарелке, потому что постараюсь несколько, придется сегодня выходить за пределы той узкой области, которой я занимаюсь. Но, наверное, все-таки не очень далеко. Итак, тема нашего. Да, вот так, как-то удобнее. Так вот, тема сегодняшнего разговора – это модернизация Восточной Азии после 1945 года. Наверное, нужно начать с одного вопроса – а что такое Восточная Азия? Ну, в России, например, существует довольно странное отношение к этому термину. Корейцы всегда, например, удивляются, узнав, что с точки зрения русских их страна находится в Юго-Восточной Азии. Это открытие вызывает иногда ухмылки, иногда хохот, потому что это примерно, как сказать русскому, что Россия – это североазиатская страна. Ну, сами корейцы считают, что их страна находится в Северо-Восточной Азии, а Юго-Восточная Азия – это далеко, это 5 часов на самолете. Это Вьетнам, это Таиланд и так далее. Но термин «Восточная Азия», который здесь я употребляю, я думаю, он не столько географический, сколько культурный. Восточная Азия – это те страны, в которых на протяжении примерно 2000 лет, с начала нашей эры и до конца 19 века, государственным языком являлся древнекитайский. То есть ни в Корее, ни во Вьетнаме, ни в Японии, хотя в Японии это правило менее строго выдерживалось, была, например, немыслима такая ситуация. Чиновник составляет официальный документ, скажем, для императора, короля, на родном языке, например, на корейском. Это примерно так, как отправить сейчас Медведеву докладную с матерными выражениями. То есть, в принципе, поймет, но это, видимо, будет последняя докладная, написанная данным чиновником. Для весь документный оборот, естественно, древнекитайский. Школы, реально предназначены не для изучения собственной словесности. Собственный язык обычно игнорировался начисто до конца 19 века. В Японии не совсем так, в других странах так. Полностью или почти полностью главное в школах – это изучение древнекитайского литературного и философского канона. Гигантское китайское влияние, копирование всего государственного аппарата, огромное количество китайских заимствований в языках региона. Достаточно сказать, что в газетном тексте, вьетнамском, корейском или японском, древнекитайские, слова древнекитайского происхождения составляют примерно 70-80% текста. В современном тексте. Так вот, вот это самая Восточная Азия. 45-й год. Взят он здесь, наверное, как стартовая точка, потому что, собственно, модернизация, попытки модернизировать эту территорию, эти страны начались, конечно, существенно раньше. Первым и очень успешным примером модернизации стала Япония. Однако о Японии мы говорить сегодня будем довольно-таки мало, потому что к 1945 году Япония, с одной стороны, очень обособилась от Юго-Восточной Азии. Она, так сказать, вышла из Восточной Азии, она как бы вышла из этого ареала во многом. Кроме того, к тому времени в Японии в общем
основные вопросы был уже найден. То есть вот все процессы, о которых мы будем говорить, относятся к остальным государствам региона. Их, скажем так, три. Но они все, без исключения, испытали политический раскол по очень похожему сценарию. Речь идет о Корее, о Китае и о Вьетнаме. Все три страны разделились. И разделились они в основном из-за вопроса, как мы будем проводить модернизацию. Из-за этого вопроса они воевали. Но самое главное, воевали между собой, точнее внутри себя, гражданские войны. Главный вопрос, что, как проводить модернизацию, как строить современное государство. Но тут существует одна очень важная особенность. Дело в том, что к Восточной Азии с конца 40-х, начала 50-х годов не было серьезных разногласий относительно конечной цели. Были серьезные, даже серьезнейшие разногласия относительно методов ее достижения. И политические, и интеллектуальные элиты, причем практически поголовно в Восточной Азии 45-50-х годов знали, что им нужно. Им нужно современное индустриальное общество западного образца. Когда они думали о будущем, тот Китай, та Корея, тот Вьетнам, которую они хотели видеть, это была страна, покрытая сетью железных дорог, по которым несутся паровозы. Это была страна, в которой металлургические комбинаты извергают клубы дыма. С каким восторгом они писали тогда о клубах дыма, еще об экологии никто не думал. Конечно, не в последнюю очередь, это страна, в которой боевые аэропланы поразят, а если нужно, кому-нибудь их дать. Потому что военный аспект тоже был очень важен в этих мечтаниях. Любопытная особенность – практически полное отсутствие фундаментализма. То есть, если мы посмотрим, скажем, на Ближний Восток, на Средний Восток, там оставалось очень долго, а во многих районах до сих пор остается очень серьезным направление такое, что, дескать, как сделать идеальное общество? А вот взять как древний канон, как вот наши прадеды наших прадедов жили, и максимально точно это восстановить, и будет нам всем счастье. Такой мысли в Восточной Азии не было. Такие настроения в Восточной Азии, особенно в Китае, действительно существовали. Но существовали они только в 19 веке. Последние их носители были сметены с политической сцены уже в 20-е годы 20 века. К 45-му году никто не думал, что решение всех многочисленных проблем может быть достигнуто тщательным штудированием Конфуция и Мэнси. Таких мыслей не было. Все соглашались, давайте строить индустриальное общество, которое будет в общих чертах таким же, как на Западе, а может быть даже лучше. Вот тут возник очень серьезный вопрос. Во-первых, конечно, но об этом чуть позже. Восточная Азия, конфуцианский ареал в середине 40-х годов представляла себе печальнейшее зрелище. Как ни трудно в это поверить, вплоть до начала 60-х годов, например, Южная Корея по доходу на душу населения уступала Папуа-Новой Гвинеи и Нигерии. Вьетнаму было очень-очень далеко до Шри-Ланки. Вот там у меня есть таблица, если можно показать табличку. 40-й год или ближайший. Вы можете посмотреть ВВП на душу населения. Это по данным Мэдисона, известных таблиц его. Значит, вот вы видите, какие цифры. То есть Тайвань и Корея Южная, которые на тот момент были японскими колониями, это доллар 1990 года, имели относительно приемлемый, хотя тоже не скажем так, что впечатляющий уровень. А во Вьетнаме и в Китае это практически уровень доиндустриального общества, который Мэдисон определяет как 400-450 долларов. Так. Это направление звука. Все, постараюсь не менять направление. Значит так. То есть все было очень ценно. То есть фактически, если вы посмотрели на Китай 40-х годов, наиболее позднего времени, то значительная часть населения Китая в тот момент не подозревала, например, о существовании вообще современного мира. То есть значительная часть китайского населения, на тот момент порядка 90%, точнее на 10-й год 87% населения Китая жило в деревнях. И значительная часть крестьян жила точно так же, как китайские крестьяне в эпоху Тан.
И дневник сообщения о революции, победе коммунистов, ну, это означало, что вот у нас был император, потом была смута, и вот там кто-то сверг, какие-то генералы, ну, представления об истории, конечно, почерпывались из, в основном, весьма популярных рассказов всяких сказителей. Вот, и потом говорится, что... Да, попытаюсь так тогда. Значит, представления об истории постоянно почерпывались из всяких там сказителей, и вот, значит, вот у нас была там империя Цин, вот она рухнула, как во все времена была смута, там генералы дрались за власть, и вот теперь у нас новый император, его зовут вроде бы Мао Цзэдун, но он из крестьян, но это не первый раз, у нас и раньше были императоры из крестьян. Вот примерно так воспринималась значительная часть населения Китая, все, что произошло в 49-м году. Однако не эти люди, конечно, решали судьбу страны. А вот эти новые элиты, которые возникают во всех странах с конца 19 века и в общем под сильным западным влиянием, у каждой страны своя история. Причем история очень интересная. Откуда появляются вот эти вот новые элиты? Они практически, как я уже говорил, согласны главным. Необходимо строить современную индустрию. Но как? И вот тут появляются два альтернативных проекта. Один проект – это, условно говоря, коммунистический проект. Хотя в своем конкретном исполнении он оказался весьма далек от коммунизма. Другой проект – это, условно говоря, западнический, либерально-демократический проект, в котором, однако, и с либерализмом, и с демократией было крайне плохо вплоть до конца 80-х годов. То есть попытки импортировать эти проекты на местную почву, восточно-азиатскую почву, привели к тому, что в действительности там выросло что-то весьма и весьма непохожее на иностранные прототипы. Но все это произошло позже, а в конце 40-х сторонники, скажем, построения государства как в Советском Союзе, отчаянно боролись со сторонниками построения государства, условно говоря, как в Соединенных Штатах Америки. Именно эти две страны служили как бы основными образцами, с которых в общем во многом копировались и политические, и экономические институты. Хотя, вот как их скопировали, они сразу начинали меняться. Так вот, значит, в конце 40-х годов произошел первый раскол. И в результате мы можем сейчас, рассматривая историю модернизации Восточной Азии, мы можем говорить о двух волнах модернизации. Первая волна – это диктатуры развития. Первой волны – это страны, которые изначально выбрали вот этот самый якобы либерально-демократический, но совершенно однозначно рыночный капиталистический путь развития. Пусть и с очень большой долей дирижизма и государственного вмешательства. Это был отнюдь не чистый рыночный капитализм. Эти страны – это, конечно, Тайвань и Южная Корея. В это же самое время континентальный Китай и, естественно, Северный Вьетнам. В это же самое время, Южный Вьетнам, но из Южного Вьетнама там это все вышло комом, этот блин. В это же самое время континентальный Китай, Северный Вьетнам и Северная Корея пошли по советскому пути и попытались строить социалистическое общество по ленинско-сталинским рецептам. Хотя в итоге там сразу начало все получаться как-то немножко не так. Об этом мы сейчас поговорим. И вот эта первая волна, это авторитарные диктатуры, это диктатуры, это авторитарные режимы, которые можно назвать диктатурами развития. Это, конечно, Тайвань и Корея. Начинается их экономический рост в 50-е годы, а всерьез с начала 60-х, период бешеного экономического роста, когда они лидируют практически в мире по темпам экономического роста, к концу 80-х происходит политическая реформа, меняется политическая структура, страны действительно превращаются в политические демократии, но примерно лет за 10 до этого страны, которые изначально пошли по коммунистическому пути, совершают поворот на 180 градусов. Сначала около 80-го года Китай, вслед за ним с небольшим опозданием Вьетнам. Сохраняя для поддержания стабильности и для легитимизации власти коммунистическую риторику, они начинают строить реально рыночную капиталистическую экономику, строить ее, пожалуй, еще более успешно, во многом потому, что они, как ни парадоксально, несмотря на свою риторику, куда меньше думают о вопросах социального равенства.
То есть реально это куда более жесткий капитализм, завернутый вот в такое вот красное знамя, для, которое, в общем, никто всерьез не воспринимает. То есть вот два этапа. Первый этап, скажем, с 50-го по 90-й, а второй, как вот не парадоксально, они перекрещиваются с 80-го по 2010-е, и так, я думаю, еще не одно десятилетие может быть впереди. Ну, начнем с первой волны. Итак, Корея, Южная Корея и Тайвань. Страны маленькие. На момент раскола, ну вот сейчас численность населения Южной Кореи 50 миллионов человек. По сравнению с Китаем, где население 1 миллиард 350 миллионов примерно, ну, мягко говоря, мало. Население Тайваня чуть больше 20 миллионов человек. То есть это небольшие страны. И страны достаточно бедные. То есть, как вы видите из этой таблицы, на момент провозглашения независимости, точнее, вот на момент, этот конец 30-х, ну, в 40-е там шла Вторая мировая война, то есть особого роста не было, это страны, конечно, более удачливые, чем Вьетнам и Китай, но все равно по мировым меркам очень бедные. Для людей, которые оказались там у власти в 50-е и 60-е годы, задача стояла так, примерно так. Как бы нам все устроить из ничего? Дело в том, что у этих стран практически не было никаких природных ресурсов. В Южной Корее, когда вот спрашивают, какие природные ресурсы существуют в Южной Корее, ответ достаточно простой. В Южной Корее природных ресурсов нет. Есть небольшое количество некачественного угля, есть молибден, который исчерпали как раз перед началом экономического рывка, так что к тому времени его уже не было. Ну, в общем, собственно, и все. На Тайване дела обстоят немного лучше. Значит, каким образом добиться роста в условиях страны, начисто лишенной природных ресурсов, крайне бедной, да вдобавок еще не имеющей достаточного количества образованных людей. И там было очень неплохо с начальным образованием. Японцы активно вкладывали начальное образование и в Корее, и в Японии. Но людей с высшим образованием, инженеров и технических специалистов, катастрофически не хватало. В этих условиях решение было принято, собственно говоря, видимо, единственно возможное. Потому что именно его потом, в куда больших масштабах и с несколько большим успехом, ну, как кажется пока, по крайней мере, скопировали Вьетнам и Китай. Ставка была сделана на рабочую силу. То есть, поскольку у нас в стране ничего нет, такая вот логика и тайваньского, и корейского руководства в 50-е, 60-е, 70-е годы, давайте сделаем из нашей страны огромную фабрику. У нас в стране есть один ресурс – рабочие руки. И давайте добьемся максимума, используя этот ресурс. Принцип был простой. Из-за границы ввозилось сырье и технологии. Сырьё и технологии перерабатывались, а потом уже готовая продукция опять-таки отправлялась на экспорт. Экспорт-ориентированная экономика. Но надо учесть, что на этом этапе у диктатур развития первой волны было одно очень важное преимущество. Традиционная высочайшая трудовая культура, которая существует в Восточной Азии. Это, конечно, не генетика. Это не означает, что китайский или корейский мальчик или девочка рождаются с способностью работать 14 часов, не разгибая спины, а в свободное время еще чему-то там учиться. Это культура. И культура эта формировалась тысячелетиями, и она является, по моему скромному мнению, результатом особенностей традиционного сельского хозяйства этого региона. Дело в том, что с экономической точки зрения конфуцианская цивилизация – это цивилизация сельскохозяйственная, и это, в первую очередь, цивилизация риса. Китай – это империя рисовых полей. То же самое можно сказать о Японии, о Вьетнаме, о Корее. Что это означает? Рисовое поле само по себе. Скажем, вот в Европе, в России, крестьянская семья являлась самодостаточной единицей. Да, требовались гигантские усилия, авральный труд, страду.
В остальное время можно было расслабиться. На Дальнем Востоке, в условиях рисового земледелия, крестьян, одна семья не могла ничего, вообще ничего. Дело в том, что для того, чтобы обеспечить стабильные урожаи, необходимо было создать ирригационную систему. Для выращивания заливного риса необходимо сделать, во-первых, поле тщательно выровненное, необходимо водохранилище, в которое нужно подать воду каким-то образом. В нужные, идеальные агротехнические сроки нужно открыть заслонки, спустить эту воду на поле. И не на одно поле, а там будет огромная система полей, связанных друг с другом сложным образом. У каждого поля свой владелец. Сообщающихся каналов. Все это нужно организовать. Договориться, как мы эту воду подадим в водохранилище, как мы ее будем спускать. И все это нужно делать быстро и четко. Высадка, это опять-таки не сеятель, который там из лукошка широким жестом разбрасывает зерно. Это идет высадка рисовой рассады. То есть можно и зерном сеять, пробовали когда-то, так и делали. Потом обнаружилось, что с рассадой куда больше урожайность. Практически, как минимум по колено, в такой грязной вот воде жижа, болотной, там и змеи, много чего еще плавает, но это не важно. Температура примерно 25 градусов. И нужно максимально быстро высадить вот эти маленькие кустики ручками, ткнул, посадил, ткнул, посадил, ткнул, посадил. Пытаются сейчас делать машина, до сих пор машина толком этого делать не умеет. 120 крестьян делают это лучше. Рядком идут и вперед. Результат такой. Во-первых, выбора не было. Потому что то огромная плотность населения, которая там существовала, это всегда, ну как, последние 1500 лет как минимум, самый густонаселенный регион планеты, побережье Тихого океана. Эту плотность можно было поддерживать только в том случае, если там выращивали рис. Потому что по отдаче калорий с гектара рис является одной из самых эффективных сельскохозяйственных культур в мире. То есть выбора нет. Если ты хочешь иметь 300 или 400 миллионов человек, а примерно столько жило в Китае к концу традиционного периода, или там 20 миллионов человек в Корее, сейчас 70, тогда 20, к концу 19 века, там, началу 20-го, ты должен кормить их рисом, потому что ничто другое их не прокормит. Мясо там вообще не ели. В Японии его не ели вообще, в Корее его ели по большим праздникам, в Китае его ели по обычным праздникам. То есть с мясом плохо. Скот это тягловая сила, никто не будет резать трактор. Потому что скот ему трудный, он дефицитен, за немного года он ест траву, которую нужно выращивать там, где можно выращивать рис. То есть это его беречь надо. Без всяких глупостей. Говядина это не... Неправильная идея. Так вот, высочайшая интенсивность труда. Причем, обратите внимание, труд организованный и групповой. Тысячелетиями люди были вынуждены работать в коллективах. Индивидуально, я говорю, это было бесполезно. Невозможно. Кроме того, отсюда еще одна интересная особенность. Особое отношение к государству. Дело в том, что для европейского и в несколько меньшей степени, но по совсем другим причинам, для русского крестьянина государство это паразит. Это братки. Вот сидит себе какой-нибудь французский вилан, а потом там приехали люди из замка и говорят, ну это там курка, яйки, млеко. И даешь. А иначе тут на конюшню, все нагайками, а некоторые мечами махают. Отношение к государству соответствующее. У русского крестьянина чуть-чуть другое отношение. Тоже, в общем, такое, но понимаешь, что если он вот своему князю не даст, то тут вот с дикого поля человек приедет, и он, наверное, уже даже разговаривать не будет, а просто зарежет и сам возьмет. Поэтому такое немножко более амбивалентное, пожалуй, отношение. Ну а отношение восточно-азиатское, оно другое. Четкое понимание, что восприятие государства, как, во-первых, высокая, так сказать, социальная ценность, которая связывается с стабильностью в стране, а во-вторых, восприятие государства как важного элемента, ну вот как организатора. Опыт тысячелетий показал, что чиновник, конечно, иногда говорит глупости, но по большому счету нужно делать, как сказал чиновник. Потому что именно государство или могло, во-первых, обеспечивать стабильность, без которой работа этих ирригационных систем невозможно. Плюс там еще были свои специфические особенности там в связи с наводнениями, но это вне времени говорить, собственно, основа все-таки рис. А с другой стороны, именно государство выступало в качестве организатора. То есть отсюда отношение к государству, некая непонятная для нас идеализация чиновника. Потому что в культуре этих стран
идеальный чиновник – это, безусловно, позитивная фигура. Безусловно, позитивная коннотация с чиновником связана. Совершенно немыслимой в европейской и русской традиции. Итак, кроме того, еще один момент. Известно, что на ранних этапах развития капитализма потребовалось немало усилий для того, чтобы переучить вчерашних крестьян, чтобы научить их работать в соответствии с требованиями индустриального производства. От звонка до звонка, четко, группами. В Восточной Азии этого вопроса не стояло. Вопрос был так, решен ну, так, 1500 лет назад. То есть готовность работать большими коллективами, четко, в таких, я бы сказал, квази-индустриальных условиях, она там присутствовала. Итак, значит, именно на это была сделана ставка. И в Корее, и на Тайване. Правда, существовала одна любопытная... Нет, не надо думать, что тайваньская и корейская стратегии были идентичны. Не были определенные различия. Но главная вот эта вот линия А – развитие опора на трудовые ресурсы, развитие экспорт-ориентированной промышленности. Да, очень важно. Страны в тот момент оставались преимущественно крестьянскими, с 3/4 населения, которое еще жило на земле. И вот этот резерв рабочей силы, малоквалифицированной, но вот таким образом социально готовой к работе в новых условиях, сыграл очень большую роль и в Корее, и на Тайване. Как я уже говорил, были определенные различия. Тайваньский подход, он более, так сказать, свободно-рыночный, он более такой классический рыночный. В Корее, где у власти оказался бывший японский офицер, а потом коммунист-подпольщик Пак Чон Хи, он был и учителем школьным, и японским офицером, и коммунистом-подпольщиком, и героем гражданской войны против коммунистов, всем он побывал. Но, так сказать, свои уроки политграмоты он, подобно своему врагу, Ким Ир Сену усвоил в 30-е, главному врагу Ким Ир Сену усвоил в 30-е годы вот эта вот японская экономическая модель с дирижизмом, с сильным государственным вмешательством, это вот корейская особенность. То есть, если на Тайване, в общем, как бы давали больше свободу рынку, то в Корее назначали людей олигархами, вкладывались в проекты, которые однозначно частные, были такие национальные проекты. Поэтому несколько, скажем, разная структура экономики. Например, в Южной Корее есть автомобилестроение и судостроение. Не просто есть это первое, второе место в мире по тоннажу кораблей, спускаемых на воду сейчас. По машинам где-то 5-е место в мире Южная Корея занимает. Это связано именно с тем, что вот эти отрасли, где огромные начальные инвестиции, они было очень трудно запустить в относительно маленькой стране без государственной помощи, давления и поддержки. Но по большому счету схема была достаточно одинаковая. При этом надо помнить о таком какой проблеме, что на первых порах, конечно, не хватало современных кадров. Поэтому в Южной Корее и на Тайване на первом этапе, это 60-е годы, ставка была сделана на в основном легкую промышленность. Одежда, парики там шили, костюмы шили, ткани. То есть вот то, где можно использовать неквалифицированную рабочую силу. Девушки из деревни приходили, и буквально в смысле слова за 3 миски риса, настоящего риса, не ячменя, который ели в корейской деревне бедняки, а настоящего вкусного белого риса, 14 часов работали в закрытом помещении. В закрытом помещении с отоплением, с кондиционером иногда, ну кондиционер редко, но затопление точно было зимой. Так что им подруги завидовали, и приходили следующие. Хотя не надо идеализировать, были в этом очень черные стороны, об этом чуть позже. Вот. И вот в 65-м году, например, в корейский экспорт, это 40% всего корейского экспорта, это экспорт одежды и текстильных изделий. Примерно такая же картина на Тайване. В 70-е годы, происходит сдвиг, появляется капитал, появляется опыт, появляется какая-то инфраструктура, и, соответственно, появляется возможность заниматься уже тяжелой промышленностью. То есть, вот если говорить о более мне знакомой, понятно, Южной Корее, то когда в 68-м году было предложено президентом Пак Чон Хи, вот он слетал в Западную Германию, видел автобаны, он там много чего интересного он видел, он увидел, что горы в Германии зеленые. Те из вас, кто были в Корее, вы знаете, что Южная Корея – это страна, где все покрыто лесом, ну, где люди не живут при плотности населения, да? Вот видишь, кто-то кивает, значит, был. Так вот, скажу, что лес этот новый, мало кто знает, что его высадили в 60-е годы и в 70-е, там не было леса никакого, были голые горы, как сейчас в Северной Корее. Корейцы вам расскажут, что японцы весь лес срубили, ну-ну.
Там все было совсем иначе. Но да, там известно, кто воду выпьет. Значит, дальше. Следующее. Значит, ну вот его поразили эти леса, а второй его поразили автобаны. Вот он приехал и сказал, что давайте строить автобаны. А режим он такой, а диктатура, ну, мягкая, оппозиция слегка пищит, может там марш какой-нибудь провести в столице иногда, газета там какая-нибудь выходит ехидная, ну, радиостанция может быть даже, но не телевидение, ну, телевидение как раз появляется. Так вот, значит, вот оппозиция начинает говорить, что рехнулось наше правительство. У него там вечно какие-то национальные проекты, тратят народные денежки. Зачем в нашей стране, где 25 на тот момент, 25 или 30 тысяч машин в столице только, зачем нам вообще строить скоростные дороги? Что на них? Кто на них будут ездить? Воловьи упряжки, да? Ну, теперь стало ясно, что вообще-то правительство оказалось право в этом смысле. Так вот, начинается строительство вот этих новой инфраструктуры, строительство с конца 60-х годов строится Фарханский комбинат, на который же Всемирный банк денег не дал, потому что считал, что это безумие и авантюра. Ну, в общем, пошло. Правда, вот такая вот хорошая, красивая картинка, да, так все было здорово, да и все было весьма сложно. И лидеры оппозиции случайно падали с небольших приборков насмерть. И забастовки давили со страшной силой. Это были диктатуры. По сравнению, скажем, с их соседями, с тем, что устраивал Мао и Ким Ир Сен в эти же самые годы, это было, конечно, воплощение доброты, мягкости и гуманизма. Но вообще, по нормальным меркам, это была диктатура. Более того, сама идея, скажем, использования дешевой рабочей силы, она предусматривала весьма бесцеремонное подавление рабочего движения. То есть проправительственные профсоюзы, которые, так сказать, как в старые советские времена, совершенно справедливо сказали бы, отвлекали внимание рабочего класса от его насущных задач. И беспощадная борьба с любыми попытками создать реальные профсоюзы и, в общем, четкий подход, что прибавку требовать пойдешь, поднимешь красный флаг, жандармы схватят и забьют, узнают, где острог и как колодники поют, когда их путь дорог. То есть вот эта часть там тоже была частью вот этого пакета. И сейчас, когда на Тайване и особенно в Корее думают об этом прошлом, как ни парадоксально, вот мы смотрим снаружи, нам кажется, ах, как у них здорово. Русские, вот, любопытно вообще наблюдать взаимодействие между русскими и южнокорейскими интеллигентами. Южнокорейские интеллигенты, которые подпольно читали роман Горького «Максима, мать», это был такой хит подполье, его нелегально издавали в 80-е, активно читали, учили наизусть запрещенного Маяковского, а русские в это время, значит, балдели от экономической статистики Пак Джун Хи. И обе стороны крайне удивляются, когда, значит, южнокорейцы видят, что восторга по поводу Максима Горького вообще, романа «Мать» в частности, нет у русских интеллигентов, а русские интеллигенты удивляются, увидев, как кривятся при упоминании имени Пак Джун Хи их южнокорейские собеседники, потому что значительная часть южнокорейского населения, Пак Джун Хи, конечно, не столько спаситель страны, сколько палач демократии и человек, который, значит, отсрочил наступление прекрасных новых свободных дней, лет это так намного. Правда, тут с этими диктатурами развития произошла действительно очень интересная история. Дело в том, что любая по-настоящему успешная диктатура развития в действительности совершает самоубийство. Если она достигает своей главной цели, этого самого развития. Потому что по мере развития неизбежно формируется средний класс. Неизбежно растет уровень образования. И рано или поздно в стране формируются силы, которые вовсе не готовы признать вот этот, согласиться с таким стилем управления. Люди, которые хотят участия в политической жизни, которых раздражает примитивная официальная пропаганда, и люди, которые в общем, не помнят того хаоса и нищеты, которые существовали за несколько десятилетий до этого. И на Тайване, и в Южной Корее это произошло практически синхронно. То есть, условно говоря, люди, родившиеся, скажем, примерно в 20-м году, или в 30-м, люди 20-30-х годов рождения, принимали диктатуру развития Чан Кайши и Цзя Цзянго. Любопытно, что отец тайваньского экономического чуда был в свое время председателем подмосковного колхоза. Вот такая у него была интересная биография. Вот, так вот получилось. А потом на Уралмаше многотиражкой руководил. И жена у него была русская, не так давно умерла. Ну ладно,
И Пак Чон Хи, тоже у него еще более интересная биография, да? Так вот, поколение, люди, родившиеся в 20-е и 30-е годы, они принимали эти режимы, может быть, видя, так сказать, и фальшь, и ложь, и много другое, потому что они помнили, что такое как настоящий голод, и помнили, что такое настоящий хаос. А вот люди, родившиеся в 50-е, особенно в 60-е годы, принять эти режимы уже не могли. Потому что рассказы о танках, северокорейских танках, которые ездят по улицам южнокорейских городов, или рассказы о панической эвакуации через Тайваньский пролив, для них это просто папины истории какие-то, уже надоевшие. И они воспринимают вот эту новую жизнь как новую жизнь с определенным уровнем дохода, комфорта, как уже нечто вот нормальное. И поэтому в 80-е годы в этих странах, и на Тайване, и в Корее, значит, развертывается довольно серьезное движение за демократизацию. К концу 80-х годов проходят политические реформы. Старые, так сказать, авторитарные режимы уходят от власти. И страны превращаются в такие достаточно классические либеральные демократии. Ну, вот, казалось бы, полная победа, полный успех, все хорошо, все замечательно. И в это время, так сказать, вот эти два маленьких таких, ну, не баллонки, так скажем, ну, там два маленьких песика, две маленьких таксы Восточной Азии видят, что в действие вступили новые силы, что начали бегать уже у нас слоны с бегемотами. То есть, в первую очередь, конечно, Китай и Вьетнам. Но о том, что происходило в Китае в 50-е и 60-е годы, я рассказывать не буду. Значит, и в Северной Корее, и во Вьетнаме, которые у нас как-то немножко обычно исключают из этого комплекса, а Вьетнам в конце 50-х годов представлял себя такую достаточно типичную диктатуру, весьма похожую по многим параметрам на режим Мао Цзэдуна и на режим Ким Ир Сена, мы просто об этом не очень знаем. Там сформировалось, там они действительно начали строить то, что им казалось, так сказать, советской моделью. Они начали активно развивать советскую, так сказать, использовать вроде бы советские образцы, но очень быстро они от этих образцов отошли, потому что товарищ Сталин им показался недостаточно радикальным. На это тоже были причины, связанные с традиционными местными идеологическими особенностями. То есть вот та система, которую я описывал, она также, для нее также свойственна по понятным причинам исключительно, скажем так, о некое такое обожествление государства.